Администрация Владивостока совместно с правительством Приморского края в лице губернатора Приморья Олега Кожемяка заботится о детях и их отдыхе, предоставляя им возможность посещать различные культурные учреждения в рамках проекта «Арсеньевская карта». Этот проект особенно актуален во время летней оздоровительной кампании, когда ребята находятся на каникулах и нуждаются в интересных и полезных занятиях. Сегодня подходит к концу четвертая смена летних пришкольных лагерей во Владивостоке. И можно сказать, что она прошла очень насыщенно и интересно для детей. С июня школьники города имели возможность посетить различные музеи, кинотеатры, театры и другие культурные объекты, где они могли познакомиться с историей и культурой своего региона. Так, ученики школы номер 13 посетили спектакль «Царевна Лягушка» в Приморском краевом театре кукол. Это постановка, которая привлекает внимание детей своей яркостью, оригинальностью декорации и интересными куклами. Учителя отмечают, что после посещения спектаклей дети всегда остаются под большим впечатлением от увиденной и пережитой вместе с актерами сказочной истории. В театре кукол своя специфика. Они немножко изначально себя ведут активно, шумно, но потом вникают в суть, и им очень нравится. Потом большие впечатления у них яркие, они рассказывают родителям, родители звонят в восторге, что мы их сюда сводили. В общем, им нравится. Походы в театр позволяют детям расширить свои эмоциональные и интеллектуальные границы, а также развить эстетическое восприятие и чувство красоты. Интересно, что для самого Приморского краевого театра кукол это, как и для детей, новый опыт, ведь раньше они не работали с пришкольными лагерями. Арсеньевская карта – это, конечно, вообще замечательное подспорье, поскольку она расширяет у нас возраст детей. Летом мы с радостью приняли в очень большом объеме пришкольные лагеря. Обычно у нас этой практики не было. Таким образом, проект «Арсеньевская карта», реализуемый при поддержке губернатора Приморья Олега Кожемяка, играет важную роль в развитии культурного образования детей города Владивостока. Благодаря этому проекту ребята получают возможность познакомиться с культурой своего родного края, развить свои творческие способности, а также провести каникулы с пользой для развития личности. Поэтому важно, чтобы подобные инициативы продолжались и в будущем, даря детям незабываемые впечатления и открывая новые горизонты. Оксана Якуш, Дарья Мальцева. Новости на Восьмом.